Как прошел первый день Порошенко в Давосе? В первый день форума в Давосе президент Петр Порошенко встретился с премьер-министром Израиля, вице-президентом Европейской комиссии и главой МВФ. Украинская делегация в среду 24 января начала официальный визит в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме. Как отмечается, президент Петр Порошенко 24-26 января в рамках форума проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями финансовых организаций и представителями иностранных компаний. В частности, в первый день форума Порошенко встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, вице-президентом Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчевичем и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард назвала конструктивными переговоры с президентом Петром Порошенко. По материалам сайта Newsgro.com.